Эксцентриссимо. Сегодня снова еда. Как же еще, ведь скоро Новый год, а где праздник, там и стол. Других способов отметить мы еще не придумали. И поэтому напрягать фантазию приходится поварам олигархов. В богатый дом на салат из крабовых палочек Новый год не придет. В интернете появилось меню для корпоратива одного из топ-олигархов. Там как минимум в названиях экзотика. Криптоборщ, айс-оливье, шампмайнинг, жаркое из биткоинов и блокчейн-бургер. Голодные онлайн-эксперты начали гадать, чем криптоборщ от обычного отличаются. Будут ли в нем трюфели или икра, устрицы или батат. Под шампмайнингом может подразумеваться питьевой фонтан из вдовы Клюко или Моэ. Дорогущий напиток интернет-аналитики чужих тарелок видят в центре зала с цветной каемкой льда и блестящими бокалами по периметру. Блокчейн-бургер они воображают в виде стейка из мяса оленя, косули или черного кабана. Но вполне возможно, что на самом деле это будет просто борщ с чесноком и салатом и просто бургер, например, на свежем хлебе. Просто хозяин вечеринки попросит за них с гостей акции, криптовалюту или немного эмиссии. Олигархи могут себе позволить и такие шутки. По-настоящему тонкий вкус демонстрируют молча салоны «Остров сокровищ». Стильные коллекции часов по доступным ценам. Эксцентриссимо.